Что, выиграли? Хорошее ощущение. Но так физически, конечно. Недалеко, но рядом с идеалом. Ну, уже можно говорить о том, что ты полностью восстановился. Ну да, восстановление только идет через игры, так что хоть как тренируйся, и надо игровой практики, чтобы была. Все-таки месяц дает о себе знать. А что случилось в ревью, потому что команда просела и Сочи все-таки вывел инициативы? Ну что, вышли не настроенные, наверное, подумали, что у нас 2 очка в кармане. Но оказывается не так. И оставили в раздевалке, наверное, тот настрой, те эмоции. Ничего, я думаю, каждый делает выводы и больше такого не повторится. Насколько сложно было в последние там, 30 секунд, когда соперник играл в шестером, с удалением за удалением шли? Ну да, нелепые какие-то удаления, но ребята молодцы, выстрелили. Ну, это наша работа. Какой настрой на предстоящую игру в Сибири? Будет очень тяжелый матч, потому что последний завершающий, 5-й. И домашней серии имею в виду. И ну, сила, опять же, не безграничная, накопилась усталость. Будем биться только на победу. Сейчас будет пауза на Евротур. Как думаешь, это поможет команде набраться силы? Ну да, конечно, усталость там накапливается. Игры там, через день, через 2 дня. Очень плотный график. Я думаю, она будет, кстати, пауза.